вернуться обратно. Почему? Потому что. Скажите, почему? Это называется нарушение частной собственности. Это частная очень собственность. Интересно. А то, что вы не частную ваша. Собственность обклеиваете и а портите написано, ее клеем. Там не написано, видите? Что там не написано? Что нельзя клеить, не написано. А незнание закона от ответственности не освобождает. А, вы вот знаете так вот, это? Да? Да. Нет, я не знала, честно говоря. Не знаете? Нет. Не да. знали? Нет. То есть вы обклеили дом вот объявлениями, люди платят за ремонт, вы стены попортили. А мне, знаете, мне люди все говорят спасибо, пожалуйста, чтобы какие клеите. Люди? Жильцы вам говорят, да, жильцы. Что вы их стены поганили. Многие говорят, да, потому что не у всех есть интернет, и не все могут добраться туда. Да у них не интернет, некоторым... у них платных досок навало. А где доска? В подъезде. А, в подъезд? Значит, надо подождать, люди зайдут, я туда зайду, заклею. Я не знаю, наклеить вы в подъезде или нет. А в подъезде можно? Разрешено? В подъезде на доске можно. А, вот так вот, спасибо, подсказали, я не знала. Да неужели? Сейчас я подожду. Я тоже с вами подожду. А там платная доска такая, она под стеклом или как? Я не знаю, платная она или нет. Есть и такие доски, и такие. На подъездах вот. Есть доски специально хорошо. Для объявлений прибитые. Я поняла вас. Поняла. Если есть, даже еще лучше подъезды. Не, ну конечно лучше. А как вот вы на стены клеите, на столбы? Вы думаете, это можно делать? Ну я смотрю, все поклеили. Не я первая. Не, ну а что значит, не вы первая? Думаю, а то, что вы подошли, стена чистая, все вот. Оборваны объявления. А вы взяли и приклеили. Ну вот я так подумал, что специально люди оборвали. Конечно, специально. Потому что люди по 70 тысяч платят за ремонт дома. За вы все знаете, подъезды. А некоторые ходят и вот так у меня из рук прям берут. Говорят, вот а нам надо снять, а мы не знаем, у кого снять. Понимаете? Это а вы знаете, как бы... какие объявления? Вы им даете из рук? Нормальные. Какие нормальные? Это агентство. Агентство. Но агентство тоже работает, правильно? Реально оно, работает. Оно работает. Оно берет деньги. Так. Дополнительные. Человек а как, получает а как квартиру не брать дороже. Это же услуги, правильно? Услуги какие? А вы снимите, а вы вот дайте вот так вот без агентства попробуйте. И что дайте. Будет? Ну кто сейчас без агентства дает, покупает, продает? Да элементарно. Вы пройдите любого человека, спросите, хочет он с агентством связываться или нет. Ну люди-то берут, наверное, телефон и звонят. А им деваться некуда. Ну деваться некуда. А как вот без агентства? Потому что сначала агентство выклеивает 300 объявлений, сниму квартиру, а потом выклеивает послушайте, 300 объявлений, дам квартиру. Послушайте, ну мне вы вот мне объясните, я вас понимаю, у вас логика своя, да? Ну я просто работаю, вот за это я получаю деньги. Я так работаю. Мне все равно, за что понимаете? Вы получаете деньги. А вот деньги? Как они там агентства работают, я же не знаю, понимаете? Я не пользуюсь услугами агентства, я сама вы не пользуюсь. Вы портите дом, понимаете? Вы портите ну, дом стены. Может быть, я согласна с вами, дом может быть как бы портом. Да? Ну, не как бы, а вы портите его. Какой менталитет? То у вас менталитет. Вот я пока сейчас шла, и все дома заклеены. Пока шла, все так дома нет, заклеены. Ваше объявление первое, вот видите, на стене ничего нет, вы идете ну, и заклеиваете. Было же, а вот не написано. Особенно, почему? Вы не догадываетесь? А вот не было же нигде написано, что вот нельзя клеить, например, нельзя клеить. А есть закон. Как раньше было, вот, например, не курить, не сорить. Написано. Вам надо на каждый дом прибить табличку, нельзя клеить. Ну не мне, всем как бы, раз нельзя так клеить. Так не все как бы, это вы ходите и клеите. Ваше объявление за неделю здесь первое. На этом подъезде. Ну, потому что вы, наверное, ходите и активно срываете. Ну, и не только я срываю, а жильцы, потому что... Как? Конечно, потому что жильцам надоело за вас а вот вас этот Малахов срач. А вас Малахов не приглашал передать? Нет, себе? Не приглашал. Хотите, за я ваш вам этот посодействую? Срач? У меня телефон есть его, Андрюша Малахова. Ой, Андрюша Малахов такой же сумасшедший. У него свои развлечения. Да какой он журналист? Ну, ведет, по крайней мере, передачу. Хорошо, я согласна. Ну, теперь никак даже быть, как мне хлеб зарабатывать. Никак не клеить. А без хлеба я не могу, я ж кушать хочу. Другую работу ищите. Другую это как? Нет, я пенсионерка, я глубокая пенсионерка, так понимаете? Так дело не в том. То, что вы пенсионерка, это не дает вам права других пенсионеров обирать. А то, что вы сейчас делаете, вы обираете других пенсионеров. Нет, я их не обираю. Обираете? Нет, нет. Они нет. платят за квартиру, вы ну, их знаете, жилищный фонд портите. Они вот только сейчас, наверное, начали ремонтировать-то, вот, когда люди... А ведь сколько лет, сколько веков они брали за этот ремонт, а ведь ничего не делалось, понимаете? Так, а я вам больше скажу. ЖКХ, как можно обмануть? Они что делают? Сказал, Медведев там миллиарды крутятся, миллиарды. Они должны вообще все это бесплатно делать, а не жильцов брать. А, бесплатно. У жилком-сервиса есть сайт. Уже есть. И на нем, в соответствии с законом по раскрытию информации, выложены суммы, выложены таблички, сколько на какой дом потрачено. 50-летие ВЛКСМ, там, по-моему, дом 2, замена дверных блоков 70 тысяч рублей. Шлеп и готово. А это реально? Ну, реально. То есть люди, они отвечают, по крайней мере, за эту информацию. Вот они выложили.
А реально эти блоки столько стоят, эти вот дверные? Я не знаю, сколько они стоят. Просто то, что вот вы делаете. Они асфальт складывают вот в пальчик толщиной, да? А зарисовывают ведь, наверное, как вот за два пальца, да, остальное деньги. Может быть, за два пальца. Деньги, я вам могу сказать, как вот покраска стен работает. Ага. Стоит баночка краски 100 рублей, труд гастарбайтера к ней прилагается. А баночка пополам еще делится или не делится? Ну, баночка, не знаю, там, может быть, они 10 баночек тратят. Бог их знает, сколько они там тратят. Но я просто к чему веду. Если бы вот вы стены не доводили до такого состояния, их бы не нужно было красить. Не нужно было красить. Ну, как не красить? Красить нужно. Одно дело раз в 10 лет, а другое дело хоть каждый день. Вот после вас хоть каждый день красить. Вы знаете, мне тоже неприятно, как я это делаю. Но я делаю из сил того, что вот она у меня стоит деньги, я зарабатываю деньги, мне хочется покушать. Я вчера зарабатывала, у меня осталось вот копейки какие-то. Чтобы вот. Тем более я А как другие пенсионеры обходятся? Мне интересно, как вот другие фирмы обходятся с рекламой, не заклеивая дома? Фирмы тоже по ночам ходят, тоже клеят сами девочки. Тоже я сегодня была в фирме в Юпитере, там тоже. Там, значит, дают такую маленькую бумажечку, и по центру у нее с обратной стороны проклеено что-то небольшое, вот такое, как с ноготочек. Она хоп, и к стенке как кнопочка приклеивается. Она правильно, она не портит, как бы, да? Кто захотел, подошел, она себе все равно для себя портит, сорвал. Понимаете, вот вы нет, это даже маленькая... эти попробуйте сдать жилье, вот привезти покупателя, показать такой подъезд. Вы поймите, человек, да какие, он придет, скажет, ну у вас тут и говнюшник. И реально так и есть, потому что я пойду, наверное, к тому дому, вы за мной не пойдете? Не, ну а как к тому? Пойду, конечно, за вами. Возвращайтесь на фирму. Вы за мной теперь будете целый вечер ходить? Нет, я просто, вы пойдете, я все пообрываю. Меня дождик прогнал вчера. Ну не повезло вам, просто я говорю, все, что вы наклеите, все будет снято. Ну, дворники этим занимаются, я этим занимаюсь, люди, жильцы тоже идут, им уже осточертело ваше это. Вы понимаете, что происходит? В подъезде никто жилье не сдает. Вы лепите, сниму, им это не нужно, а вы опять лепите, сниму. Они снова не реагируют, вы снова идете, снова лепите, кажется, сниму. Вам кажется, они не сдают, они раз и сдадут потом. Ну раз, знаете? Может быть, они через полгода сдадут, ну, вы за что, это время сразу... стены, вон, смотрите, как после бомбежки. А у меня, знаете, даже это женщины берут и говорят, спасибо, что вот я в руки ну вот даю. Вы сейчас хоть одну женщину встретили, вот на... 500 нет, метров прошли. Я вот своим сказала, сделайте мне буклетики вот обыкновенные, я буду ходить просто раздавать. Я с этим согласна. Не буду клеить, а буду раздавать. Вот. Ну, захотите, вариант. Вы возьмете руку, да? Не захотите, вы не возьмете. У меня обычно все берут. Почему? Потому что я говорю, ой, хозяйка, пожалуйста, свободную ручку, давайте. Я улыбаюсь, я хожу, я не злобивый человек, я хожу, улыбаюсь им, улыбнитесь, жизнь прекрасная, все. Они берут. Ну, потом как хотят, выбросят, не выбросят, они берут все равно. Ну, правильно, если понимаете? Они взяли, то, наверное, им там интересно в какой-то степени. Ну, я иногда говорю, ну, дайте мне возможность заработать. Если я раздам вот побольше, я побольше заработаю. И они говорят, ну, ладно, давай, выбросим там мусорку куда-то. Это не мои потом проблемы, они могут выбросить или что-то. Но я раздавала бы, не клеила. Ну, вот говорят, надо клеить. Вот надо клеить, как ты будешь ходить по улице раздавать. Я стояла... Ну, клеить нельзя просто. Я могу сказать, есть я номер закона, не помню, называется... А это что у вас, электрошокер, что ли? Нет, это не шокер, это камера. Об административной ответственности. Она маленькая камера? Да, она вас снимает, конечно. Сейчас снимает? Да, сейчас снимает. Да ладно, брось. Я вам вполне серьезно говорю. Я не фотогенична, не надо. Ничего. И есть ответственность за нарушение в сфере благоустройства. То, что вы клеите, это нарушение. Возможно, молодой человек, я с вами 100% согласна. Да невозможно, а вполне серьезно, есть закон и Московской области, и Мытищинского округа. Я кушать хочу, поэтому хожу вот это. Но вы не можете закон нарушать. Закон? Да. А ну, например, я не читала ее этот закон. И что, и кого это волнует? Хочу вот я это, найти пробочку, закрыть этот клей, в конце концов. Я вас послушаюсь, конечно, я уйду. Я человек законопослушный, и я бабушка. Мне стыдно мне с вами ссориться, и что я внучке потом буду говорить. Вот так и так, да? Вот, я не хочу. Я не знаю, что вы внучке там будете. Я не хочу этого делать. Но дело в том, что они меня все равно попросят еще где-то пройтись. Пусть не в вашем регионе, а в другом все равно. Не, ну а какая разница? Ведь люди, вы поймите, что люди сейчас уже понимаю. Время не то. Люди платят за свои квартиры, за жилье, за подъезды, за все.